Так, друзья, я вам обещал, что будет, если не публиковать историю, поэтому мы сейчас узнаем, что будет, если не публиковать историю. Сейчас узнаем. In this special case, I have to ask myself, even as a scientist, is knowing the answers more important than doing the right thing? Answers are what we're paid for. Then I hope never to see the day that we run out of questions. Do what you think is right. So, I have to make a decision. Так. Should I go ahead and publish the story? Что будет, если ответить «нет»? Сейчас узнаем. I simply didn't have the heart. May a cloak of silence remain forever over the existence of the Asimbosum. Freedom really is so much more important than anything else. Talking of freedom, that's something I can also enjoy limitlessly. Though sadly, not in my little sailboat. When I got back to Hamburg without a single line of copy, my editor flipped. Но, в принципе, то, что она говорит, свобода важнее многих вещей, в каком-то смысле хорошая позиция. Она оставила их в покое, и они просто живут и защищают свой дом, это племя. Ну, как говорится, каждому свое. А, вот, кстати. And the way he went on about her in Indonesia, I don't think they'll be apart for too long. And maybe he'll have a fabulously lucrative job for me and get that sailboat back on track. Вот она как, все-таки рассказали нам про Макса и Нину. Интересно, интересно. Ну, в принципе, я думаю, что концовка самая нормальная, наверное, то, что оставили их в покое и вернулись к Максу и Нине. Все-таки, ну как сказать, люди немножко любознательные в том плане, когда они племени заинтересовались, то они сразу в музей их впихнули. И все в таком плане, так что в каком-то плане то, что она их не тронула и дала им спокойно жить со своими, в принципе, семьями, это, в принципе, логично. Поэтому каждому свое, кто-то выберет их втюхнуть, кто-то нет. Ну, в принципе, не каждый станет играть в эту игру, потому что не все любят квесты. Но для меня квест Secret Files очень хороший, я планирую пройти третью часть. Я две части прошел, вот, концовки вы можете посмотреть. Так что, дорогие друзья, на связи, всего вам хорошего, до новых встреч, до свидания, удачи!